Здравствуйте, народ. Зовут меня Димон. Ник игры Фредди Кинг. На 4 дня у нас появилась новость о хэллоуинской распродаже. Что ж, нам разработчики завезли. Завезли у нас, к нам, оказывается, вот она будет с 28 до 1 ноября. Будет 3 набор со скидочкой 50%. Что вам сказать насчет этих вот наборчик? Поджигатель, пандемия и дикая охота. Набор поджигатель. Вот он стоил 400, 1950. Ну, сказать, что там такого может быть? Ну, наклеечка неплохая, 3800 монет, баллончик с краской. Ну и что? Кабина, дикий. Так, и кабинка там на будет неплохая. Цербер. То есть, ребята, если что, хотите ознакомиться, зайдите на выставки, наберите Цербер и посмотрите. Этот наборчик, не знаю, как новичкам, но если у вас есть возможность за 1905 купить, покупайте. Она вам пригодится, шнеки вам пригодятся, конечно. И, конечно, 3800 это хорошая сумма для красавота. То есть, вы можете, если есть возможность, смело взять. Новички, ну, что-нибудь вам со временем годится. Набор пандемии, ребята, здесь ничего, кроме уникальной краски и, соответственно, портрета вам не пригодится, особенно новичкам. Это арт-набор, тут всякие дополнения, вот кабинка Hot Rock, конструкционные детали, это все, это для арт, ребята, новичкам не вообще не нужен, и более тем, кто и больше играет, арт-набор, то есть для таких специфических автомобилей их том, что там делать. Ну вот за 600 рублей, конечно, вот кабинка уникальная броня, вот набор дикая охота, уникальная броня кабан. Вот эта кабинка бивень вы можете взять на выставке, попробовать, как она ездит. Тоже не всем новичкам она подойдет, почти что всем она, можно сказать, не подойдет, но что-то прикольное. 600 рублей, 1000. Ну, если есть, конечно, возможность, ну, если есть лишний, ребята, если есть лишний у вас, возможно, конечно, можете задонатить, будете разрабы довольны, вы, кабинка специфическая, конечно, ну, рекомендую все вот эти наборы перед тем, если вы вдруг захотите что-нибудь приобрести, потестить в самой игре. На выставке. Там столько много крафта, я сейчас даже не буду заходить, чтобы ваше время не тратить. Зайдете, посмотрите. Ну, вот за 1950 вам по-любому всем пригодится, если есть возможность. Даже за ту сумму денег, которая вам выделят. Вы еще себе что-то приобретете в красауте. Нужное, ненужное. Шнеки, ребята, специфическая. Кабина нормальная, хорошая кабинка. То есть Цербер на выставку поездили, пригодится. Два остальных набора это 100%, 100% на любителя. Никаких отношений, ну, не стоит для вас сильно внимания. Хотя бы и о пандемии, тем более арт-набор забудьте, даже не глядите. Вот 600 рублей кабанчика. Посмотрите, попробуйте, поездите на выставке желательно. Все эти кабины, соответственно, все можно приобрести на самой игре без доната. Они продаются, ребята, продают все краски, все это можно на рынке купить. Но если есть желание, если есть вот 600 рублей лишних, ну, попробуйте, что это такое. Все, ребята, не буду затягивать видео. Удачных боев. Побольше друзей. Настроение на 4 дня. На 4 дня. Кто надумает, пожалуйста, покупайте. Вот эту кабинку, вот это еще раз выделили. Уникальная кабина. На выставке попробуйте все видеть. Для фана. Очень сложно. Сложное. Очень сложное управление, но для фана. То есть на выставку попробовали. 5-7 крафтов решили для себя нужно. Дело не в деньгах. Просто нужно ли нет. Все, ребята. Спасибо за просмотр. До свидания. Хорошее настроение. Подписывайтесь, пожалуйста, на каналчик. Всегда будьте в курсе всех новостей.